Новосибирская областная библиотека имени Максима Горького запустила проект «Бренды Брещины» под знаком качества. Главными гостями мероприятия стали представители Брестской таможни, начальник отдела идеологической работы Елена Шоня, главный инспектор Александр Лиса, главный инспектор Вера Базака. Слушателями встречи стали студенты экономического факультета специализации «Таможенное дело» Брестского государственного технического университета и юридического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина. Цель инициативы – продемонстрировать молодому поколению опыт лучших организаций, предприятий, органов Брещины и помочь юношам и девушкам определиться с профессиональными ориентирами. 2024 год объявлен в Республике Беларусь годом качества, и в рамках плана мероприятий Брестской областной библиотеки, в рамках года качества, мы организовали и реализуем информационно-просветительский проект на тему «Бренды Брещины под знаком качества». Цель этого проекта – знакомство брещан, прежде всего молодежи, с работой успешных топовых брендовых предприятий, организаций, тех, кто вносит весомый вклад в общую копилку страны и делает нашу Брещину современной, привлекательной и перспективной. Неизменно визитной карточкой нашего региона являются Брестская крепость Героя, Беловежская пуща и, конечно, таможня, потому что все приезжающие в нашу страну пересекают границу, и, так сказать, именно с нее начинается знакомство с Беларусью. А потому символично, что первая встреча в рамках проекта, посвященного году качества и 85-летию Брестской области, началась именно со знакомства с деятельностью таможенных органов. Особо приятно и ответственно принимать участие в информационно-просветительском проекте «Бренды Брещины». Особо почетно то, что данную выставку открывает Брестская таможня и представляет Брещину впервые в этой выставке именно она. Также стоит отметить, что мы с удовольствием согласились принять участие в данном мероприятии. Объясню почему. В этом году Брестская таможня празднует свое 85-летие, как и Брестская область. И поэтому за эти годы таможня выросла как количественно, так и качественно. Нам есть что показать и доказать, что Брестская таможня является действительно брендом Брещины. Сегодня Брестская таможня – это 8 таможенных постов, 23 пункта таможенного оформления и контролируемый участок государственной границы протяженностью в 648 километров. Сотрудники таможни совершают операции в центре электронного декларирования, осуществляют грузовые операции по перецепке перегрузки, функции пограничного контроля, используют в работе навигационные пломбы, выполняют другие обязанности. Сегодня Брестская таможня является крупнейшей и старейшей в системе таможенных органов. В ее структуре 8 таможенных постов и 23 пункта таможенного оформления. И Брестская таможня является тем уникальным примером, когда сочетается симбиоз традиций и современности. Брестская таможня работала достаточно результативно и продолжает это делать на сегодняшний день. И словом «сохраним» мы подчеркиваем вот эту преемственность. Коллектив Брестской областной библиотеки считает, что важно равняться на опыт передовиков, организовывая ряд таких встреч для молодежи. Так что в этом году запланированы мероприятия, направленные на знакомство с деятельностью предприятий «Санта Бремер» и «Савушкин продукт». Именно они станут гостями следующей встречи уже в октябре месяце.